Всем привет! Сегодня мы разберем ноутбук Asus X51R. Почистим его, заменим термопасту. Итак, сначала нужно нам отключить аккумулятор и выкрутить две крышечки. Я болтики слаживаю аккуратно в группу, тогда проще собирать. Если вы соберете ноутбук и у вас не останется болтиков, значит вы все сделали правильно. Аккуратненько поддеваем, открываем крышечку. Так, открываем второй лючок. Под ним находится жесткий диск. Открываем и вытягиваем жесткий диск. Вытянули. Так, под жестким диском тоже находится три болтика. Так, и теперь откручиваем по периметру все болтики. Откручиваем этот болтик, он держит дисковод. Если он плохо выходит, вот здесь есть. Поддеть его, и он выйдет. Наш дисководик. Так, откручиваем вентилятор. Включаем вентилятор и вытягиваем его. Так. Thank you.
подтягиваем провода, где должен был быть Wi-Fi модуль стоять, но его нет. Подтягиваем провода. И откручиваем болтика. Четко вам два шлейфа. Так. Вот эти два болтика. Еще два, еще два. Так. Так, ну все. Теперь нужно снять клавиатуру. Все такие защелочки. Аккуратно стягиваем шлейф. И снимаем клавиатуру. Здесь также еще один шлейф. И выкручиваем все болтики. Теперь крышка.
показаны шурупы, их нужно выкрутить. Такими стрелочками. Средний он не указан. Эти крайние все указаны. Включаем динамики. И снимаем. Ну, в принципе, мы разобрали ноутбук, теперь его нужно почистить, продуть. Продуть можно пылесосом на обратной тяге. И можно собирать. Так. Теперь дальше. Что нужно для того, чтобы заменить термопас? Нужно открутить вот эти 4 болтика, которые держат радиатор. Здесь вот есть номера, так нужно и откручивать. То есть первый. Второй. Вот она снялась. Как мы видим, термопаста совсем высохла. Для этого нужно взять спирт. Пончик. Ну, вот так вот счистить ее.
Так, вот мы вычистили всю термопасту. Немножко пусть просохнет. Так. Теперь наносим термопасту, ее нужно немного. Аккуратно сверху. Ставим наш радиатор и прикручиваем. Сначала первый. Второй. Третий. И четвертый. Ну вот и все. Вот мы поменяли термопасту. Теперь можно назад собирать ноутбук. Почистить его чищу я. Сначала щеточкой. Потом продуваю пылесосом на обратной тяге. Опять повторюсь. И все. Так, и остался у нас один шуруп, вернее болтик. И так бывает. А, да, вот он. Ну вот и все. Вставляем обратно аккумулятор. И ноутбук собран. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания.